Елена Корикова удивила своих фанатов беременным животом на последних сроках. Поклонники часто следят за событиями в жизни своих кумиров. Тем более сейчас это сделать гораздо легче. Ведь многие знаменитости сами рассказывают о себе и общаются с поклонниками при помощи социальных сетей. На днях актриса, прославившая ролью бедной Насти, Елена Корикова, сумела подвергнуть в шок своих фанатов. 1 апреля знаменитость опубликовала неожиданный снимок с округлившимся животом. На фото видно, что знаменитость находится на последних сроках беременности. В подписи к снимку Корикова заявила, что не в состоянии больше скрывать свое положение. Актриса написала, что пусть лучшие фанаты узнают эту новость именно от нее, нежели из желтой прессы. Фанаты были удивлены таким расположением дел. Неужто в свои 46 Елена решила стать мамой? Поклонники принялись гадать, кто же является отцом ребенка. Ведь официально знаменитость ни с кем не состоит в отношениях, а свою личную жизнь актриса тщательно скрывает от остальных. Откуда такой сюрприз? Многие фанаты принялись осыпать актрису комплиментами и интересоваться, когда малыш появится на свет. Но самые внимательные подписчики заметили, что публикация была сделана 1 апреля. И тут поклонники поняли, что актриса ловко их разыграла. Фанаты Кориковой оценили ее чувство юмора. Вместе с тем они подметили, что беременность ей очень к лицу. Они пожелали актрису. В следующем своем посте Корикова призналась, что в таком беременном образе она предстала в новом сериале «Кот в Тоскане». И фото было сделано во время съемок.